Идем гулять мы на поля с Женькой. Наконец-то. Красота какая. Какие запахи. Запахи какие, да, Жень? Машина тут же едет. Куда пойдем? Пойдем туда? А откуда ты сказал? Ты что там? Поганка? А, беленькая. Это беленькая. Грибы я давно не собирала уже. Последний раз мы собирали, дедуль был жив. Лет 13 назад. Все время с нами, с детьми ходил. Деда, деда, пойдем, пойдем грибы собирать. Ну, пойдемте, пойдемте. Вывезет нас в лес. А тут земляника. Растет, вон она дикая. Дикие листочки, кстати, что-то там полезное. Сегодня, кстати, планирую собрать травы. Так как у меня на даче надо ехать на велосипеде в поля. Вот, а здесь вот все рядышком. Где-то ветка так упала. Слушай, вот надо где набирать-то хворост тебе, Жень. Смотри, кусочки всякие. Ну, да, тут мало. Тут далеко не спустишься, да, Жень? Ну, еще не мелкие, дождей не было. В смысле, не тоже дождей, разлива не было. Вообще называется озеро Бобров. Бобро разве? Бобров. Бобров? Бобровкин? Вот какое здесь озеро. Только кувшинок я что-то не вижу особо. Что, искупаешься, Жень? А там, смотри, вон тропинка есть к этим. Можно ближе подойти. А мы снимали, ходили, фотографировали. Помнишь, там тоже дерево было. Это сваленное, да? Какие кувшиночки там были. Помнишь, да? Ты куда пошел? А я туда, наоборот. Там интересно, там, наверное, как раз же не плавают эти гусеницы. Там цветы какие-то вон по ту сторону. Айс тут был сейчас только что. Улетел. Там тропинка и с той стороны леса есть. А это теплая кучая, ее смотри-ка. Старая, большая, плакучая ива. Ветки там какие классные. Какие вон ветки там. И Женька тут стоит. Пойдем. Где ты меня повел? По самой каке. Ой, мама. Ой, ну, Жень, там стрекоза. Вон она. Смотри, что с ней. Прилипла к чему. Где она? Нет, что-то она. Чуть ли не так. Ой. Ну, она, наверное, грязи этой прилипла. Все улетело. Ну, вот, стрекозе помогли. Не зря пошли. Карлсон летит, нас снимает. А мы его снимаем, Карлсона. Да, интересно себя по камере увидеть.
Что-то там он вдалеке горит очень сильно. Облако прям сильное такое. Видимо, он снимает. А здесь, смотрите, как летающая тарелка садилась. Вон она. Круглая какая. Сейчас мы идем с Женькой искать шалфей. Хочу собрать. Но я не могу что-то найти его. В прошлом году, я помню, было очень много. Я уже года два его не собирала где-то. Два, три, наверное. Года три, да, наверное. Последний, вот как Дима. Ой, как Димочка у нас появился. Грибочек, грибочек. Еще один вон там, поганки. Вот. Да, не собирала. Думаю, ладно, он там разрастется. Но в прошлом году я его видела, шалфей. Но подумала, не буду собирать, смысла нет. Пить чай я не успеваю. Тут, кстати... Давайте мы с вами нарвем этот листочки земляники. Мне понадобится. Я взяла, правда, большую немножко сумку. Ну ничего. Зато чистая у меня. Они пригодятся для чая. Так как я хочу делать чай разный, разнообразный, я очень много всего насушила. Это будет отдельный ролик. Здесь, кстати, к лесу надо пройти немножко. Шалфей, наверное, где-нибудь там. Не знаю, странно, конечно, если он вообще исчез. Это будет удивительная загадка. Ну, по идее, он не должен, потому что в прошлом году его было очень много. Кустиков таких именно. И вот, что интересно, там я тоже не вижу шалфея. Он вообще, он растет таким кустом, то есть большим кустиком. Тут еще соберу. Ой, тут так классно. Ой, кто там? Так классно пахнет. Что-то так классно ароматно пахнет. Как будто прям шалфеем. Только что были машины, уже никого нет. Так, что-то шалфея не видно. И Женька, как назло, уже убежал. Сейчас мы с вами, наверное, перейдем на то поле. Посмотрим там. Может быть, там они есть. Может, его не видно просто отсюда? Вообще очень странно. О, еще поганка. О, столько поганок. Смотрите, какие они. Какие красивые. Две. Мама и дочка. Или папа и дочка, или сынок, или жена. Кто там может быть. Мы подошли, короче, мы к лесу. Шалфея вообще нету. На вот этом именно поле, вот именно вот после леса, вот здесь вот, он всегда был. Прям большие такие кусты. А в прошлом году прям видела я большие, мощные такие кусты. Подумала, в следующем году буду рвать. Как раз они разрастутся после меня. Но что-то он пропал. Видимо, уже собрали, что ли, но не могли же они с корнями. Прям выкапывать, собирать-то. Либо, может быть, он зиму не пережил. Мне кажется, скорее всего, зиму не пережил. Потому что совсем нету на полях. Вот. А в огороде у нас есть. Немножечко растет здесь стоватратом. Видимо, семена попали, когда я собирала. Здесь вот дубы.
красиво как. Какая красота. Есть дубы. Ну, тут грязь постоянная. Тут вон люди жгут костер, потом оставляют свой мусор, уезжают. Туда, ну, вот на машине. Стоит же помойка около Отрадного. Нет. Кидают мусор. А, это вон там, что ли? Может, вон